Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, самые лучшие на свете зрители! Я поздравляю вас с крещением! И в этот крещенский сочельник я хочу рассказать вам еще одну сказку. Помните мою поездку в Коломенский дворец Алексея Михайловича, где я была поражена тем, что увидела то, что видела, читая сказки, иллюстрированные великим художником Иваном Яковлевича Билибина. Да, дорогие друзья, я попала в сказку. Снимаю, еще можно много что снимать. Я нахожусь просто в чудесном месте. Следующим после праздника Рождества Христова наступают святки. Самый интересный и увлекательный период в году. Главное занятие на святки – гадание. А перечень святочных гаданий чрезвычайно обширен. Девушки, как подростки, так и постарше, те, кто на выданье, гадали на жениха. Гадание происходило либо в бане, либо в избе. Люди взрослые гадали, какой будет год, богатый или неурожайный. Будут ли пожары, кому приплод в семействе прибудет, кто уедет, кто приедет в гости. Повсеместно были распространены гадания на тень. Жгли бумагу и смотрели, какая от нее тень. Плавили воск или олово. Кидали валенок на перекрестке, с какой стороны жених приедет. Гадать продолжали до крещения. Увлечение Ивана Билибина русской стариной получило отражение не только в иллюстрации к русским народным сказкам, но и к сказкам Пушкина. Работе над ними предшествовало создание декораций и костюмов к операм Римского-Корсакова «Сказка о золотом петушке» и «Сказка о царе Салтане» Пушкина. Роскошные царские палаты, сплошь покрыты узорами, росписью, украшениями. Мы видим в этих иллюстрациях. Здесь орнамент настолько обильно покрывает пол, потолок, стены, одежду царя и бояр, что все превращается в какое-то зыбкое видение. Вы видите прием салтаном корабельщиков. Пространство сцены перспективно уходит как бы в глубину, а на переднем плане чинно восседает на троне царь с приближенными. В церемонном поклоне склоняются перед ним гости. Парчевые, бархатные их наряды, крупный орнамент драгоценных тканей превращают передний план в какой-то движущийся ковер. Еще более театрализована заключительная сцена пира. В центре плоскость из дроссового пола царской трапезной. Сходящимися в глубину линиями стоят стрельцы с бердышами. Задний план замыкается вышитой скатертью, столом, за которым сидит вся царская семья. А в центре боярин, играющий с кошкой. Возможно, это рассказчик, который заключает сказку традиционной концовкой. И я там был, мед пиво пил, по усам текло, а в рот не попало. И обратите внимание, что обложка и вообще все эти сказки Пушкина оформлены уже совсем по-другому. Но Билибин и не был бы Билибином, если бы творчество у него не опережало все. И вот посмотрите, какие замечательные обложки. И помните, мы с вами говорили о необыкновенном русском вязи, шрифту, да, как вязь. Ну, это тоже издание Гознака, примерно того же времени. И вот две у меня здесь книжечки. «Сказка о царе Салтане» и «Сказка о золотом петушке». Здесь уже, видите, страницы оформлены по-другому. Да, и шрифт уже более такой. Похож на старинные, да? Вот посмотрите, как красиво вязью написано «Сказка о царе Салтане, о сыне его, славном и могучем богатыре, князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеде». Три девицы под окном пряли поздно вечерком. «Кабы я была царица», говорит одна девица, то на весь крещеный мир приготовила я пир. Кабы я была царица, говорит ее сестрица,
то на весь бы мир одна наткала бы полотна. Кабы я была царица, третья молвила сестрица, я б для батюшки царя родила богатыря. Только вымолвить успела, дверь тихонько заскрипела, и в светлицу входит царь, стороны той государь. Мы объехали весь свет, за морем житье не худо, в свете ж вот какое чудо. Остров на море лежит, град на острове стоит, каждый день идет там диво, море вздуется бурливо, закипит, подымет вой, хлынет на берег пустой, расплеснется в скором беге, и останутся на бреге 33 богатыря, в чешуе золотой горя. Все красавцы молодые, великаны удалые, все равны, как на подбор. Старый дядька Черномор с ними из моря выходит и попарно их выводит. Антиквариат может быть такой. Подписано к печати в 62-м году. И тираж всего 50 тысяч экземпляров. И точно такая же обложка у сказок о золотом петушке Пушкина. Посмотрите, какие рисунки. Ничего вам не напоминает? Сказка о золотом петушке наиболее удалась художнику. Билибин объединил сатирическое содержание сказки с русским лубком в единое целое. А иллюстрации и развороты полностью раскрывают нам содержание сказки и легче помогают ее понять. Как и у Пушкина, у Билибина царь Дадон живой. Особенно ярко охарактеризован он в акварели «Дадон перед шамаханской царицей», где он перед шатром. Фигура нарисована со спины, но художник сумел передать и потрясение его от горя, и удивление царицы, и даже восхищение, которое вот-вот его охватит. Этот человек руководствуется только секундными прихотями. Он мгновенно забывает и смерть сыновей, нарушает собственное обещание – и, наконец, убивает звездочета. Моему нраву не препятствуй. Старичок хотел заспорить, но с царями плохо вздорить. Царь хватил его жезлом по лбу, тот упал ничком, да и дух вон. Вся столица содрогнулась, а девица хи-хи-хи, да ха-ха-ха. Не боится знать греха. Царь хоть был встревожен, сильно усмехнулся ей умильно. Вот въезжает в город он, вдруг раздался легкий звон, и в глазах у всей столицы петушок спорхнул со спицы. Колесница подлетел и царю на теме сел. Встрепенулся, клюнул в теме и взвелся. И в то же время с колесницы пал Дадон, охнул раз и умер он. А царица вдруг пропала, будто вовсе не бывало. Сказка — ложь. Да в ней намек, добрым молодцам урок. Ну и также 62-й год, тираж 50 тысяч, отпечатано в московской типографии Гусмас. Спасибо, что вы со мной. От всей души поздравляю вас с православным праздником, Крещением Господним. В этот радостный и светлый день желаю вам мира, радости и благодати в душе. Пусть наши мысли будут чистыми и благородными, а дела добрыми. До встречи, мои дорогие. Люблю, обнимаю.